как вы относитесь вот к подобному восстановлению? Положительно. Хорошо, да? Да. А вот вообще сама идея бесплатного труда? Хорошая. Вы нормально относитесь? Конечно, да? Конечно. Ну, это же бесплатно. Ну, да. Ну, надо что-то делать в этой жизни бесплатно. Может, это приятно кому прийти, поработать с графиками, с людьми пообщаться. Ну, почему? Еще за это и заплатить надо кому-то, что мы пришли туда. Единственное, надо руководство подвести, кофе организовать, чаек, все. Отношусь к этому вполне положительно. Если это одобрено, если это на законных основаниях, то почему бы и нет? Можно и так. Я сам там не был уже много лет, но, наверное, хорошая идея. Конечно, надо восстановить. Действительно, место хорошее, оно не только как памятник исторический, оно хорошее просто потому, что это место собраний для многих людей, потому что там, повторяю, например, это уже стало традицией нашей Гомельской, собираться там туристам нашей Гомельской. Вот, и как память, и как хорошее место, ну, да, наверное. Положительно, надо поддерживать наши историко-культурные ценности. А почему? Ну, потому что это важно, потому что надо, чтобы наши дети тоже могли потом посмотреть. Не только о себе думать, а о будущем. Ну, в общем, 27 марта будет субботник для восстановления вот этого памятника партизанского. Вот у вас отношение к проведению такого мероприятия есть какое-нибудь? Положительно, само собой.